Мы наконец-то добрались в Ригу, и сейчас я вам покажу, что делает Саша. Любимое занятие. Ну что, Сашка? Да. Наконец-то доехали. Давайте посмотрим номер за 35 евро. У нас Токио. Ну что у нас тут? Кровать. Мы на нее поместимся? Ну, я думаю, да. Так. Телевизор. Ну, я точно помещусь. По щиколотку. Отлично. Место спать, где есть. Телевизор. Ну, кстати, чисто. Вода, вот салфетки. А теперь давайте подумаем, что у нас за шторами. И тепленько, кстати. Итак, в другую сторону. У нас здесь душ и туалет. И сруш. И сруш. Очень классно. Ага. Особенно, когда я зайду туда. Сейчас. Главное, чтобы вытяжка работала. Все очень чисто, аккуратно. Да? Ну да. За $30 завтрак. За 35. Ну, 35, да. Угу. И учитывая то, что уже почти ничего не было, а здесь и оценка хорошая была. Да, здорово, супер.